А еще Серега готовит сам вот такую вот вкуснятину. Суджук или бастурма, ну, кому как удобнее. Вот. В общем, я в свое время, когда ела мясо, я, в принципе, пробовала это, и мне нравилось. Это шикарно. А еще тоненькими пластиками, ребята. А еще он сам делает это все в вакууме. Ну, запаковываю, чтобы долго хранилось. Пробую. Итак, ребята, я пробую. Вот мое лицо. Серега. Да. Специи местные, ребята. Когда к нам готовится. Я думаю, что тот, кто будет смотреть этот выпуск, если это войдет в видео, в основном, у всех будут течь слюнки. Приятно. Сначала это все солится. Короче. Куриное мне очень зашло. Ну, оно такое лайтовое. Так что, короче, все местные вкуснятины. Можно заказать. Обращаться сюда. Меня можно заказать. Так, ребята, всем привет. Пива в тему, водки нету. Да-да-да, вот так называется магазинчик. Вон на двери водки нет. Нормально. Предупреждают люди в кинотеатр. Сразу. Да. Соус выпущен. Я вообще часто так заказывал поначалу, когда я буду пиццу, она, кстати, не подносит. Это вообще недорого. Ты тоже заканчиваешь? Очень свежий, вкусно, они делают прямо сами. Ну. Там скажешь, как Виталик пальцы облизываешь. Ну, скажи. Что сказать-то? Все окей. Окей, Google? Точно? Короче, ребят, сейчас будет такая ржака. Просто будет до слез. Просто ужомся. Будем надеяться, Мовкину приперлись. Никого нет. Два человека. Фильмец глянули. Все выпили. Да, Надюш? Ребята, потихонечку это посчитал. Ну, в общем, на недельку к Сереге приехали. Ну, а почему бы и нет? Можно же иногда отдохнуть. Так, ребята, всем привет. Финиш дейлы. Как Надя сказала, final day. В общем, мы летим обратно. Мы ненадолго, так, месяцев на 5, на 6, на 7. В Москве минус 21, ночью до 30 доходило. У нас снег, ветерочек. Ну, в общем, может быть, не видно, короче, это, но снег идет. А нам выезжать через полчасика. Как-то так. Потихоньку поехали. Правда, стекло, мне кажется, немножко очистить нужно. Так чисто, на всякий случай. Взяли бабушке доминошку. Надо бы такой вообще просто огончик. Ну, потом увидите, все, что да как. Вот, вот такой мы взяли. Лобик кормят. Бобик белый там гуляет. Тоже, может, сюда останется. И не только белый, вон еще двое. Так нас город провожает. Снегом, что в свою температуру приехали. Чтобы адаптация легче прошла, да, и не было резкого перепада. Что, притормозили немножко, чтобы, как говорится, на дорожку посидеть, хочу посмотреть поближе. Ну, хорошо, вот снег закрыл всю эту князь. Хочу поближе посмотреть, как красиво веточки смотрятся, как будто прозрачно. Так уезжать неохота, такая красота. Будто их вот тронешь, и они сломаются. Твердые. Ужас. Вот нарочно так не сделаешь. Все природа.
целом и в общем мы почти приехали. Перед самым отъездом мы взяли всяких сувенирчиков, подарочки. И со спокойной душой можем двигаться дальше. Ребят, даже трава, посмотрите, какому льду. Просто огонь. Палки стоят. Взяла и упала. Огонь. Ну что, все? Потихонечку отправляемся в путь. Серега сейчас сообщает багаж. Если выдаст, то это будет очень хорошо. В общем, потихоньку отправляемся. Скажем Сереге, огончик. Полный огончик. Да, Серег? Да, приезжайте еще. Приезжайте, приезжайте. Обязательно, короче, ребят, на него ссылочку оставлю. Он вас тут покатает конкретно. Ласково встретит, да? Ласково встретит, а потом закатает. Еще и водочкой напоит, на всякий случай. Пивасик, 385 рублей переливают из бутылки в стакан, потому что в стекле нельзя. Такой аэропорт, найдешь, что разговариваешь, привет всем передает. Дорого, очень дорого. Блин, да это разливное наливает за такую цену. Он международный рейс, кстати. А нам в обычную зону. Где-то там. Хотя, мне кажется, тут тоже можно войти быть. 12,5 килограмм приняли. А у меня рюкзак 6,5 килограмм. Ребят, ну ноутбук, она говорит, нет, это не вытаскивать, а там просто потом вычесть. Огонь. Ну, мы этого не сделали. Ну, зачем ноутбук вытаскивать? Дай бог, полетели. Смотрите, какой снег. Пипец. Для нас 1,5 килограмм приняли. И что? Говорит, у вас одно, а один багаж? Говорю, ну да. Блин, ну ладно. Так до 10 килограмм. Так в бизнес до 15. Прошли все контроли. Все замечательно. Все, по дичку будем мотаться. Как дичь. Раз, два, три. И все. Ребят, в общем, мы думали это купить, но немножко это... аппетит пропал просто. И все. Очень все дорого, ребят. Еще даже стол не убирают. Ни один. Баунти 145 рублей. Все, уже в автобусе. Чудака, где-то холодно. Но мы тут. Сейчас народ загрузится, да и поедем. Ну все, ребят, на пассаж. Пока вот тебе. Потихонечку. Я на взлет уже. Так вот, снег повсюду валит. Это взлет и посадочная полоса. Стартуем, ребят. 2:05. Это не тема, ребят. Полоса такая. Якутия только что взлетела. Погнали, ребят. Теперь хоть видно стало что-нибудь. Че, едем в цивилизацию. Потом опять от цивилизации на дачу. Возьмем пару пивасиков сейчас. Немножко. Ну и чипсиков. Ребят, ну, AirAsia, помните? То же самое. Ничего бесплатно нет. Задал проблемы, ребят.
карточкой, только карточкой. Было вздуто, я просто уже открыл. Хорошо, так вот, любой в основном. Сейчас попробуем. Типа Принглс. Принглс, кстати, вкусный. Оригинал. Хороший, конечно. Бывайся. 10 рублев. Дешевле, чем в аэропорте. Дешевле, чем в аэропорту. И, скорее всего, вкуснее даже. Он еще более-менее свежий. Летим уже час. Задержка сколько у нас было? Да фигня. Сейчас приводим скоро. 10 минут задержка. Ребята, это окошко запотело, это не я. Ну, хотя тоже все возможно. Дай нам лямкин. Для безопасности. Короче, когда будем рекламировать Тинькофф, мы сделаем примерно так же. Межмаска Тинькофф. Что мы, дамы и господа, мы прибываем в московский аэропорт Домодедово из-за минеральных вод. В данный момент температура за бортом стоит минус 20 градусов. Состояние всех пассажиров нормальное, но у нас почему-то закрылка помятая. Вот это мы не знаем на самом деле почему-то. Хотя самолет всегда приземлится. Куда я могу приземлиться? Ребят, нас выпустили сейчас из заднего выхода. Первый раз мы появились на станции. И у нас автобус уже второй. Сейчас как раз все вещи разгрузят. Ждем багаж, ребят. 100 лет не стрелял сигареты, блин. Капец, просто тупо они вывалились в этом в самолете. Кто-то их подобрал в заднее сиденье. Вообще, я в шоке. Я в шоке. Везде пробки. То, что посмотрел по Яндекс.Картам, вообще везде пробки. Куда мама едет, куда нам, по сути, сейчас ехать. В общем, будем добираться, я думаю, часа 3, не меньше. Если не 4. Ребята, это что, везде такая дорога? Это просто ужас. Это города вот ближе к Москве. Это просто жесть. Мы приехали. Огончик. Бобик по нам соскучилась, да, Боб? Давайте. На сегодня, наверное, все. Че как? Ух, замерз. Минус 27. Там было минус 7. Короче, огончик. Давайте на связи.